привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами направляемся в Ялту. И первая наша остановка — это вот место, где река Хастабаш протекает под дорогой Ялта-Севастополь. Ну и вот хочу сразу показать вам, смотрите, цветочки. Начинает распускаться что-то. И вот, собственно говоря, сама река. Ну, давайте немножко спустимся, посмотрим. Сейчас началось активное таяние снега в горах. Температура воздуха на данный момент плюс 11 градусов, и температура повышается. И вот посмотрите, уже водичка идет прилично. Ну, не сказать, что прям такой сильный напор, но уже процесс пошел, как говорится. Сейчас мы с вами посмотрим еще наши красивые места, где красивые камни, и по ним струится река Хастабаш. Напомню вам, Хастабаш в переводе на русский — больная голова. Настолько шумная река в свое время была. Может, и сейчас и так и назвали ее, что, побыв возле нее полчаса, начинала болеть голова. Туда давайте сейчас пройдем. Вот, посмотрите, все начинает бурным цветом цвести. Идем туда. Добрались мы с вами к этому красивому, красивейшему месту. Посмотрите, какая красота. Я вот очень много раз здесь был уже и постоянно не перестаю восхищаться. Чистейшая вода реки Хастабаш. И вода вот сейчас уже, водичка явно прибавляется, видно. Еще можно пройти по этим вот камням, где мы раньше с вами ходили. Ну и давайте поближе подойдем, посмотрим. Да. Вон вода как идет. Ну, надо отдать должное, что сейчас все реки хорошо наполняют водохранилище и иные резервуары воды. Как бы не упасть здесь. Смотрите, как красиво. Но это еще не самый сильный приток. Мы с вами видели, прям вообще здесь невозможно было подойти. Такой грохот стоял. Ну, а мы двигаемся с вами в Ялту. Посмотрим, как там река водопадная и где рекой-то. Итак, друзья, добрался я до Ялты, улица Николая Гоголя, река водопадная. Но, если честно, ожидал большего притока здесь. А так, обычная средний уровень. Зато сколько опять нанесло, посмотрите, щебня, гальки. До этого здесь все вычистили, все было чистенько. А сейчас вот опять такая ситуация. Мостик восстановили после потопов. Ну-ка зайдем наверх, отсюда посмотрим. Ну, а эти как лежали, вот трубы с коммуникациями, с кабелями, которые перпендикулярно руслу реки проходят, так оно и есть. Их вообще не убирали, и они как искусственная плотинка. Хорошо, сейчас уровень воды невысокий, и они не тормозят там всякие ветки и прочее. Ну, а с этой стороны вот там уже через метров 300 набережная. Очень много опять нанесло. Я вот поражен. Вычистили, было полностью чисто. Дно забетонированное видно было. А сейчас вот опять такие острова, гляньте. Ну, а что это говорит о чем? Постоянно надо чистить там раз хотя бы в 2-3 года. Дорогостоящая операция, ну а что делать? Давайте дальше сейчас пройдем. Зимние цветочки на улице Гоголя. Как называется, кто знает. Из меня ботаник такой, как... Так что надо спросить у вас. Вот вы все знаете. Ну, вот сюда еще спустимся, давайте, рядышком. Здесь такой пантус сделан.
Забетонирован, кстати, для съезда техники. В принципе, правильное решение. Ну что хочу сказать, вода чистая идет. Это как раз вот вода с водопада Учинцу. По-старому эта река еще и называется река Учинцу. Ну а по-новому водопадная. Да, намыло щебня много. Посмотрите, какой каскад идет воды. Такой микро водопадик. Заглянем вдаль, немножко приблизим. Горы, как вы сейчас увидите, снегу. Ну, снегу здесь меньше, гораздо, чем в ролике, который я показывал с императорского водохранилища. Там снегу еще много. Потихонечку начинает таять. Даже температура воздуха положительная, как в ночи, поэтому вот такая ситуация. Красивый кипарис подошел к месту, где непосредственно отгрузка была всего вот этого нанесенного материала. Экскаватором машину вот восстановили здесь парапет вот этот. И здесь тоже просто, я удивлен, очень много гальки, щебня нанесло. Гляньте. Вот это да. Казалось, совсем недавно только почистили, и уже такая ситуация. Если такими темпами пойдет, то каждый год чистить надо будет. Так, ну а вот здесь мы просто с вами смотрели постоянно. Ну, в принципе, так все и есть. Вот эти трубы. Такая микроплотина здесь сделана, видите? Сколько мусора они задерживают. Ну и пошла вода в Черное море. Водичка, между прочим, чистая. Половина кабелей порвана. И такая вот уже плотина. Мусор здесь весь собирает. Мостик этот восстановили. Перила сделали. Нам старые поставили. Хотя, может быть, и новые. Вот так выглядит здесь плотина, реки водопадные. Это у нас Пушкинская. Ну, а здесь уже очищенная плотиной вода идет вниз. Хотя вон некоторые деревья попадаются здесь. Так, гостиница «Орианда». Подходим ближе к набережной. Все вычистили здесь после наводнения. Так, ну-ка здесь что у нас с рекой? Ну, в принципе, вот здесь чисто, знаете. Хотя вот тоже камней навалило. А так все чистенько. Кстати, народу не очень много на подходе к набережной. Ну, посмотрим сейчас, может быть, на самой набережной народу много. Испаньола вон выглядывает из-за дерева. И вот, собственно говоря, сама набережная у нас. Ну, здесь есть народ. Немного, правда, но есть. Так, ну, вот здесь сейчас мы посмотрим с вами беседка. С нее хорошо видно, как впадает река в море. Водопадная. Вот они, беседочки здесь. Да, небо в тучах, заволокло все, солнца нет, но не холодно. Так, и вот она, беседка. Посмотрим. Вот, река водопадная впадает именно здесь, в Черное море. Собачий пляж, как его называют местные жители. Вычистили. В прошлый раз были, столько мусора прибило. А сейчас нормально.
чистенько. Да, много, все почти реки мы с вами посмотрели и нашли место их падения в море. И вот в Ялте две. Здесь в начале набережной и в конце набережной Дерекойка. Попробую туда еще добраться, посмотреть. Здесь, как обычно, голуби, следы. Так, ну, гуляет народ. Я это простила ей, но это просто, это не забывается, даже если оно прощено. Так, что у нас здесь? Ну вот, собственно говоря, мы это видели уже с вами. Можно в тоннельчик заглянуть, как там все выглядит. Тоннели убрали, там тоже были наносы, но сейчас глянем. В каких-то видео мы даже проходили по нему, столько воды здесь было. Сейчас пройти нельзя. Водички дофига. Ну, почистили здесь чисто. И вот вода уходит в море здесь. Подойдем поближе. Вот здесь всегда волны есть. Хоть какие, но есть. Даже маленькие, но волны. Хотя море спокойное само по себе. Место, где встречается соленая и пресная вода. Здесь пока последствий таяния снега не особо видно, но все может измениться в ближайшее время. Здесь даже купаются люди, гляньте, поплыл дедушка. Навстречу неизвестности. Сюда он руками машет на одном месте. Но уже одно то, что все вроде окупается. Морж, наверное. Все, водные процедуры принял. И бодрым шагом вышел на берег. Учитесь. Ну, сейчас море спокойное. Обычно вот здесь, возле апельсина, все начинают снимать, когда шторм. Здесь самые сильные волны. И вот эту набережную нижнюю, об нее разбиваются волны. И тут такие фейерверки. Но сейчас все спокойно. И вон туда сейчас пройдем. Там впадает река Дерекойка. Вот такие виды Ялты открываются. Нос Михаила Ивановича натерли до блеска. Объехал я по Кирова и выехал к реке Дерекойка на улице Московская. Вот она. Вот там морской порт. И вода здесь мутная идет. Это вот с Васильевки, где Гува и Бага. Бала. Бага — это в Байдарской долине, путаю их. Вот они там сливаются. И вода вот сюда идет. В районе морского порта, вот там, она заходит в Черное море. Видим, что уровень воды поднимается. Это говорит о том, что снег в горах тает и начинает размывать, как мы уже знаем с вами, берега. И такая вот уже желтоватого, коричневого, вернее, цвета вода идет. Но дальше больше. Давайте пройдем на набережную, площадь Ленина пройдем, и там посмотрим, где вода впадает в Черное море. Где река впадает в Черное море.
Так, немножко с моста сниму. Ну, здесь, в принципе, пока все спокойно. Вот по этим коричневым трубам мы всегда судили. Вон они, уровень воды. Ну, вот они наверху. Так что уровень явно прибавился в речке. Но это говорит о том, что снег тает. Вот горы, если видно будет, не знаю. Верхушки гор все в снегу. Так что снега еще много. Как говорили специалисты, я уже повторяюсь, более 100 миллионов кубических метров, если снег растает, воды будет. И все это вот в горах крымских пока есть. Ну, плюс что наверняка еще и дожди будут. Насчет снега, я думаю, что уже его больше не будет. Но дождей еще много будет. Так что уровень воды в водохранилищах прибавляется с каждой минутой. Ну и ситуация совсем неплохая. Давайте пойдем на набережную теперь. Вышли с вами на площадь Ленина. Вон он, вечно живой Владимир Ильич стоит. Народу очень много. Ну, я уже не раз отмечал, что на набережной Ялты народу всегда много. И вот там вот впадает Дерекойка в Черное море. Вот здесь какой-то ремонт затеяли вокруг автокафе. Это бывший Макдональдс. Плитку содрали, сложили вот на палеты. Видимо, какую-то другую будут укладывать. Здесь такая она еще, наверное, советских времен осталась. Ну, не советских, конечно, гораздо ранее, позже ее уложили. Но вот так, посмотрите, как здесь хорошо. Вот тут бы еще что-нибудь сделать, конечно, какую-нибудь плиточку уложить. Ну, там народу сейчас много, отойдут любители поснимать. И вот мы с вами видим речку. Вот именно в этом месте впадает река Дерекойка, Черное море. Вот, немножко свинства здесь. И вот оно идет, прям под нами, смотрите. Вот такая ситуация с водой на сегодняшний день в Ялте. Две реки, которые принесли много бед в прошлом году, летом 21 года. Ну а сейчас ситуация спокойная. Конечно, вот этот остров нужно будет убирать. Раньше сюда подходили прям к причалу. Сейчас это сделать невозможно. Ну, много чаек, уток всяких разных живностей. Так, ну а мы с вами пройдем немножко и сейчас поедем в Васильевку смотреть. Там вроде троллейбусы начали резать старые, утилизировать. Крымтроллейбус списал их, и теперь вот они подвергнутся утилизации. Правда или нет, сейчас проедем, посмотрим. Ну, больше на набережную не пойду. Посмотрите, какие горы красиво выглядывают в снегу. Двигаемся. Итак, дорогие друзья, добрались мы с вами до Васильевки, это микрорайон Ялты. Вот протекает река Гува. Ну, с последнего нашего визита водички, конечно, здесь побольше стало. А вот там, вон вдалеке, вон там впадает Бала, река Бала, в реку Гува. И вот эта вся вода идет в Ялту, превращаясь в реку Дерекойка, и впадает вот в районе морского порта.
как мы с вами выяснили, здесь в Одеске намного больше, чем водопадные. Это две основные реки в Ялту, которые вот в Ялте впадают в Черное море. И причем так расположены удачно с обеих сторон набережной. Одна в начале набережной, другая в конце. Но если брать вот как раз Дерекойка, в начале набережной впадает, а водопадная впадает уже в конце набережной. Здесь троллейбусы, стоянка старых троллейбусов. Сейчас туда пройдем, посмотрим, как ситуация в реке Бала. Вот, ну тоже воды много, гляньте, неплохо идет. И вот здесь две реки объединяются и идут в Ялту вниз уже за автовокзалом. В них впадает еще река Быстрая, и все это образует реку Дерекойка. Ну давайте пройдем теперь, посмотрим на троллейбусы. И вот наконец мы видим с вами парк старых троллейбусов. Именно они предотвратили еще больше урон для Ялты. Сейчас их должны утилизировать. Вот их сложили здесь, выставили, все почистили, кстати, здесь. И они вот стоят, ждут своего часа. До последнего времени они не были списаны, но сейчас вроде как их списали. И начинает вот потихонечку заниматься утилизацией. Вот, посмотрите, сколько их здесь всяких разных. Какие-то в лучшем состоянии, какие-то в худшем. Так что, дорогие друзья, разборка троллейбусов началась. Вот тут люди работают, кислородные баллоны, пропан, автокран стоит, и идет вот резко. Вот посмотрите уже, как разделали троллейбусы. Уже часть срезали. Ну, отделяют, естественно, стекло. Много ведь, не знаю, технических жидкостей, наверное. В основном сейчас металл выбирают. И вот такая здесь ситуация с троллейбусами. Вот крышу срезали, положили рядом. Сейчас другой идет. Вот. Активно довольно-таки идет работа по резке троллейбусов. Вот уже видите, аккуратненько складывают их краном. Это вот полный щебень был. Ну, на очереди, видимо, стекла все побили, наверное. Может, демонтируют. И вот редуктора с троллейбуса, видите, отдельно сложили. Какая здесь ситуация. Давайте реку пойдем посмотрим. Балу. Бага. Это у нас в Байдарской долине, а это Бала. Одна из двух речек. Ну вот это принесла вот здесь ущерб большой. Вот видите, как чистенько здесь. И спокойно по старому своему руслу вода уходит и сливается, вот то, что я показал, сливается с рекой Гува. Но я думаю, через несколько недель и следа не останется от этих троллейбусов. Рессоры, видите, сколько металла. Так что, ну, здесь еще мусора сколько. Давайте вот здесь пройдем между двух троллейбусов. Тут уже стекла, не знаю, куда их побили или просто сняли. О, отрезали. Дорогие друзья, вот мы застали с вами этот исторический момент, как начали резать троллейбусы.
все спрашивали, что с ними будет. Вот теперь видим, что с ними будет. Руль. Вот так. Ну, собственно говоря, увидели мы. Здесь пока еще ничего не делают. Вот вся работа вот там идет. Можно порулить зайти. Ну, вот такая ситуация здесь, в Васильевке. Воды особо сильно не прибавилось, но горы вот, если посмотреть, горы еще. Некоторые снегу, у некоторых уже нет снега. Вот тут было русло сделали, когда была вот эта трагедия, отводили. Ну и вот эти троллейбусы уже откопали, составили их аккуратненько. Вот такая здесь ситуация. Это микрорайон Васильевка, города Ялты. Кладбище старых троллейбусов, которые отслужили уже свой срок. Ну а мы двигаемся дальше. Вот в таких живописных местах протекает река Гува. Гляньте, какая красота. Это у нас микрорайон Васильевка. Село Васильевка, или по старому названию Ай-Василь. Посмотрите, как красиво здесь. Это с учетом того, что сейчас еще зима календарная идет. Хотя на улице плюс 15, но календарная зима. Вот что значит, видите, как русло реки облагорожено. Посмотрите, выложено камнем. В советские времена еще делали. Вот так, дорогие друзья. Учиться надо, а мы только можем разговаривать, что было плохо. Оказывается, не так уж и плохо было. Все делали наши предки. Вода чистейшая. Вот тут такой импровизированный мост, плиту, перекрытие кинули здесь. И можно ходить. Ну вот немножко еще здесь посмотрим. Камни покрыты мхом, потому что сырость. Дорога на Ай-Петре, еду на водопад Учинцу, и посмотрите, вот таких ручьев сейчас здесь не прибольшое множество, великое множество. Везде они текут. Ну, будем надеяться, что я и на водопаде водички прибавилось. Вот на повороте остановился я. И вот подснежники, дорогие друзья. Сейчас мы с вами приблизим их. Вон они. Приблизил их, смотрите, какие уже колокольчики большие. Очень много подснежников в этом году в Крыму. Где я только не езжу, везде встречаются. Вот лазишь по лесу, такая красота. Ну и другие уже цветочки зацветают. Зима, плюс 15. Этот же ручей, только с другой стороны. Посмотрите, какие-то цветы. Сейчас взял вот фотоаппарат приблизить. Но это точно не подснежники, гляньте. В лесах Крыма полное цветение. В феврале месяце. Вот так. Где-то минус 15, а у нас плюс 15. Птички уже поют. Что за цветы, интересно? Приехал я на Учинцу, дорогие друзья. Здесь вот закрыта дорога туда. Камнепад, сказали. И вот пару дней будет закрыты подходы. Вон он вдалеке, водопад. Но дело в том, что так он не очень сильный. Так что, собственно говоря, особо-то и прихода воды нет. Хотя снег тает. Вот закрыли, видите. Ну, вот там через деревья его видно. Но не очень сильно идет. Так вот, такая ситуация. Нашел я точку, где чуть-чуть видно водопад. Вот посмотрите, приблизил немножко. Ну что, как я и предполагал, не особо сильный он идет. Такой, ну, только начинает, скорее всего, потому что снег, видимо, только-только начал таять. Так что, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня получился ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. На канал в Ютубе подписывайтесь.
Ну и спасибо, конечно же, всем, кто помогает мне с поездками по Крымскому полуострову для съемок новых видео. Всего вам хорошего и до новых встреч!